вторник в Самарской области облачно с прояснениями, осадки маловероятные, 23-25 тепла днем, ночью 17-19 выше 0. Ветер западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, днем плюс 24, ночью плюс 17, западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, днем плюс 23, ночью плюс 19, западный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, плюс 24 днем, ночью плюс 17 градусов, западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 59%, температура воды в реке Волга 18 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.